В данном видео пойдет речь об использовании девайса HTC Wildfire S не только как современного коммуникатора, но также и как Wi-Fi точки доступа. В меню в центральном нашем есть такой виджет, можно сказать, ярлычок, программка, которая позволяет раздавать 3G интернет, обратите внимание, не только 2G, но также 3G, то есть, ну, в принципе, на достаточно хорошей скорости. Активируем сам ярлычок. Тут есть у нас мобильный Wi-Fi роутер, такая вкладочка, активируем. Обработка идет. Точка называется Wi-Fi Hotspot. Значит, заходим, берем второй девайс, в данный момент им выступает HTC Desire V, всем известный, на две сим-карты. Заходим в настроечки, Wi-Fi, включаем Wi-Fi. Сейчас нам покажет, то есть, точку саму доступа, хотпост. Вот, вы можете обратить внимание, она первая в списке. Пароль у нас стандартный выставлен, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Все, подключиться. Получение IP-адреса идет. Подключено. Теперь мы заходим на какой-то сайт. У нас в данный момент интернет 2G, скорость небольшая, но все же можно посмотреть, как это работает. Выбираем стандартный браузер. То есть, и грузится у нас стартовая страница Google через нашу точку доступа. Вот, в принципе, как бы скорость невелика. Ну, зато все достаточно просто и лаконично. Всегда остаетесь на связи, электронная почта и прочее.